начните плиток А и Б. А и Б легче всего поставить. Надо просто сделать параллельный перенос. Параллельный перенос. Да. 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 Как это нарисовать? Вот здесь у вас была такая линия, видите? На самом деле это называется медиана. Медиана разбивает другую в отношении 1 к 2. Значит, что вы должны здесь сделать? Разделить на 3 равные части. Пожалуйста, сделайте одну треть. Нет, ну побольше. Чуть-чуть побольше. Вот, замечательно. Проведите вот этот отрезок. Да? И здесь надо написать большую букву А, а здесь большую букву Б. Медиана бьет другую медиану в отношении 1 к 2. Поэтому, когда вы делаете параллельный перенос, отношение 1 к 2. То есть, смотрите, если я заштриховал треугольник, то будет здесь вот так. Это понятно. Нет, не сюда, не вверх. Пожалуйста. Надо продолжить ту прямую. Что такое та прямая? О, молодец. Когда мы имеем дело с центральной симметрией, вот эта точка, а вот это ей симметричная. Вот это какая-то точка, а вот эта точка ей симметричная. Надо проводить через центр. Соответственно, вы проводите вот так вот через центр. Между прочим, опять-таки бьем в отношении один к двум. Этот отрезок. Вот этот отрезок и вот этот отрезок, они по длине равны друг другу. И у нас получается здесь G, здесь G, здесь V, здесь V. Очень хорошо. Вы разобрались с нижним треугольником.